Игорь, какие ваши впечатления после концерта? О боже, Лена, так неожиданно. Вы так больше не делайте. Сколько позитива. Вот это круто на самом-то деле. Мы тоже, мы на первом ряду сидим, если что. А мы чуть дальше. Мы будем хлопать громче всех. Но мы на первом этаже, да? Это круто. Это хорошо, что вы так заряжены. Очень мощно на самом-то деле. Ты нас больше всех заряжаешь. Ну что, мы приехали просто рано, чтобы, наверное, занять хорошее место. Нам, наверное, просто дали хорошее. Сейчас идемте, я покажу вам, как происходит именно процесс съемки классного видео. Погнали! А сейчас что я буду делать? Ты танцуешь полностью в походу, ты танцуешь самый разгар печени. Ты танцуешь, слышишь дождь, ты останавливаешься. Так, сделай реакцию на дождь. Просто поставь. Хорошо? Лена говорит, нужно сказать подробнее. Да, Лена говорит. Будет видеоролик. Что нужно добавить? Так, давай, можем по новой. Хлопушку представь здесь. Мы находимся на съемочной площадке нового видеоролика для «Уклон». Это будет рекламный ролик, где мы расскажем вам условия акции. В рекламном видеоролике будет танцевать вот такой наш актер Зарик. О, это круто. Мне нравится это. Хорошо люди. Хорошая компания, хорошая реклама, ты понимаешь? Вообще, это бомба. Я сейчас очень рад сегодня. Потому что, блин, это самая лучшая реклама, которую я уже сделаю в мире, понимаешь? Вот так, да? У всех наших пользователей будет возможность выиграть офигенные дождевики. Мы заботимся о вас и хотим, чтобы вы не промокали в дождливую ноябрьскую погоду. Here we go! Всего достигнув, все теряю снова. Каши ты обрел, но с ним не сбился. Дим, мы тебя поздравляем от продюсерского центра «Парадис» за то, что ты опять вышел на эту сцену. Чи-чи-чи-чуанэ, чемодан, чи-чи-чи-чуанэ.
Ирина Билк. Я ее просил написать песню о любви. Она мне написала вот эту песню. А чего смеетесь? Ну, потому что она о старости. Я говорю, мать, ну что ж ты мне такое написала? Я же хочу про любовь. Она говорит, Дима, ты дурачок. Пой, это хит. Я месяц ее не пел. Потом мы с моей подружкой Леной Винярской, лучшие клипмейкеры в Украине, Вася Жираховский, Ян Сыночек. Вы здесь? I love you, друзья! И мы поехали в Египет. Ну, естественно, там клюкали с 7 утра в просеку, плавали в бассейне. И я говорю, Ленка, представляешь, мне Билочка песню написала, она... Ну как-то или меня укольнула, или что она хотела. Она говорит, какую песню? Я говорю, про старость. Она говорит, а ну спой. А дети есть в зале? Да. Ага, ладно. Я ей спел. Она говорит, Дима, ты что? Дурачок? Это хит. Срочно пой. Старость придумали грустные люди.